Я готов. Ну, совсем тяжелый. Я готов. Ну, мы тоже готовы. Кто поедет, по горам, по скалам, по грязи, короче. Побоялся, что не можем обратно. Ну что, кто едет? Так, в общем, с нами никто не хочет ехать. Втроем поедем. Кто на работу, кто куда. Прокатятся. В общем, в этом году я без наклеечки остался. Как бы не дали. Я вот тут тоже не ездил. Покатимся. Санька поехал. Санька поехал, ну. Блин, одни люки. Да я на это, на Крайсе вообще заправляюсь. А где это? А, по дороге? Ну, не знаю, может там будут. Ну, поехали на Крайсе. Ну. Ну, рыбная диета сегодня или мясная будет? Я рыбную хочу диету. Мясная.
Рыбная. А можно шашлык на рыбу положить и лавашом это. Давай, брат, увидишь там на ютубе. Опять грибники. Слева, справа тащи стоят. Последний раз ездил в мост целый был. Широкий. Дорогу-то пошире сделали. Что-то они сразу за все мосты торгались. Я не знаю. Это не так. Солнышки немного влезли.
интересно. Я не видел, какая. Где там? Фотик? Да, пора. Конечно, а то я-то в кадре, меня нету. Все фото, а сам без кадра. Все, мы на Байкале. На катере прогулочка. 1000 рублей выходом на берег. Видео бухты Либерадости об утиках без выхода на берег. Стоимость билета 500 рублей. Так, все, рыбки купили. Поедем, прокатимся. Ой, реально наелся так, Бренька. А, во, руки помыть можно. Пузырь рыбы. Ну, салфет. Так, готовимся к съемке. Не поехал. Ну ладно, ну. Давай, не теряйся. 4 года здесь не было, и больше не поеду. Да что, нормальную сейчас дорогу сделают. Ну давай. Удачи. Что-то солнце так и не может вылезти. Все, потом на горку, да, и назад. Вот. Не, он туда. Мы пешком пойдем. Не, пешком тут прикольная, причем трасса, как бы, я, может быть, не все о ней знают.
А в чем? О подъеме пешком. Вы отморозки, в принципе, да? Да. Но отморозки не везде играют. На многих примерах. Байкал видно. Ой, и вот по этой можно, да, спуститься, наверное, будет. Вон тропинка прям утоптана. Ну вот это вот. Ну, не, не. Эй, ну по проху точно неплохо. Они глючат, говорят, сильно. А? Про гопрохи говорят, сильно глючит, то да. Звук про. Вам тоже. В октябре, по-моему, здесь такое буря было, такие волны били. Аж нерпы выкидывались на берег. Ну, поворот последний, наверное. Да, и вот наверх вот. И все, и спускайтесь. Осина, да? Да, осина уже, все. Все почти. Блин, кадр будет. А еще подожди, черночек. Или были, говорят, бетонные. Сейчас такой сделали. Тарзанка. Ну вот. Так, что, взяли шнурки-то какие привязывать? Ну, у тебя лямка есть от фотоаппарата. Серега, я даже не знаю, на что. Вооруженный очень опасен. Ну сейчас видео. Опаньки. Так, давай-ка. Вот куда? Вот сюда надо будет? Нет, ты мне телефон дай. Ну, ты там, чтобы поглядеть. Ну, телефон. Надо сделать, чтобы он упирался хотя бы на одну ногу. Ну, вертолет. Все, побывали на горе, мне понравилось. И так уже прохладненько вечером. Нормально было. Закат прикольный, красненький такой. Ага, завтра встретимся. Ну что, с ветром в натуре какая-то ерунда. Почему 8 вольт
кто-то моргает, но заводится. А была фишка, когда у меня до 7 он сел, вообще не заводился, а табло не горело. Лица шашлык. Интересно. Какое-то событие. Я думал, она подсвечена. Ну, подсвечена будет вечером. Даже какие-то катаются без номера. Шлема. Ну, жопник. О, вот это церковь подсвечена красненьким. А купол синим. Как тут лишь их мне право надо. Ну вот сегодня 221 километр. Чуть-чуть побольше будет. Почти 8 вечера.